Короче, ты так и остаешься на передовой. Да. И что, сильно там бомбят? Да. Че, обосрался? Да нет. Салфетку-то хоть хватает подтираться? А, салфетку подтираться? Да, пока еще хватает. Да обосрался, не обосрался, блин, просто это. По-другому себе все это представлял. Потому что организации никакой нету. Я-то думал, тут армия, блин, а тут не армия. А там просто мочило друг друга, да? Я просто думал, что здесь как бы армия, как везде в частях, там, какие-то организации какая-то, да, тут нет ничего. Сам, каждый сам за себя. О, Господи. Да ты можешь хотя бы, когда тишина, ночью, потихонечку позвонить просто? Ночью? У нас здесь нету ни света, ни воды, ничего нет. Не моемся, не стираемся. Ночью нельзя ничего включать вообще. Все на ощупь. Какой звонить куда? Ну хоть просто позвонить, сказать, я живу, и все, и трубку положить. Да и нельзя тут так часто звонить. Ну вот я сейчас позвоню, и надо бежать отсюда, потому что может прилететь. Ой, все, давай трубку тогда ложи и вали нахер отсюда.